Торжественный прием по случаю вручения благодарственных писем главы города за победу в летней спартакиаде муниципальных образований «Краснокамск, столица футбола» проходит в администрации города. Чествование бронзовых призеров за нелегкую победу, слова благодарности и дальнейшее напутствие. Специалисту управления гражданской защиты города Кунгура Пермского края Алексею Борисовичу Медведеву. Первое место – эстафета, второе место по футболу и стрельбе, бронзовая победа в общем зачете спартакиады. Домой с Краснокамска команда «Кунгурский позитив» привезла целый арсенал наград. Это очень здорово, что в этом году вы такой замечательной командой приняли участие в спартакиаде муниципальных образований. И мне кажется, этот командный дух, этот запал, этот настрой на победу, на новое достижение, он в вас зародился. И сейчас он просто из ваших глаз, из ваших улыбок, да, это все читаемо. Поэтому, мне кажется, в самое ближайшее время вы должны придумать, провести мероприятия с соседними муниципальными образованиями и доказать еще раз, что спорт в нашей жизни должен занимать лидирующие позиции. Пользуясь случаем, депутат Кунгурской городской думы Дмитрий Лаврентьев получает заслуженный значок отличника ГТО. Я все было задумано в нашей школьной жизни, что когда-то мы встретимся, и я буду получать значок Дмитрия Юрьевича. Искренне поздравляю. Не только спортивные, но и талантливые подготовили спортсмены творческое ответное слово. Мы в футболе и стрельбе вторые.